Привет! Вы на канале 4D, 4 девочки. Вы любите творог, творожные запеканки, сырники? Сегодня мы с вами попробуем сделать творожные кексы. Для этого нам понадобится мука, масло и сам сахар. У нас же сладкие будут кексики. Первое. И наш любимый повар. Вот он, который мы включаем с самого первого, чтобы он нагрелся. Мы включили. Первое, что мы добавляем, это наш творог, масло и сахар. Можно делать вперемешку. Я, например, добавлю сначала сахар. Потом творог. Опа. И самое последнее масло. Потом мы это сейчас все тщательно перемешаем. Муку в самом конце добавим. Мешаем. Слайм готовлю. Мы перемешали масло, творог и сахар. Теперь мы добавляем муку. Не все сразу, потихоньку, смотря по тесту. Например, только высыпала, перемешала. Вот такое вот у нас тесто получилось. Сейчас мы смажем форму маслом. Сейчас мы смажем форму маслом и будем выкладывать. Аккуратно выкладываем форму, распределяя по всей поверхности. Наше тесто в форме. Закрываем крышкой и ждем 5 минут и наслаждаемся вкуснейшими творожными кексами. Наши кексики готовятся. У вас есть время подписаться на канал и поставить лайк. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. Открывайся. Посмотрите. Там даже еще было творог видно. Ну что, вы готовы? Достаем первую партию, докладываем вторую партию. Выкладываем. У нас вот этот вот развалился. Первый блин всегда комом. Отправляем вторую партию готовиться. Первую партию я залью мягкой карамелью. Я себе сейчас сделаю чай. Ну, а вы были на канале 4D, 4 девочки. Пишите в комментариях, готовили вы когда-то вот творожные кексы. Если честно, они похожи больше на сырники. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пока-пока! Вы еще здесь? Пока-пока!